Обзор Firewood FX. Доброго времени суток. В этой сессии поговорим еще об одном брокере, форекс-брокере Firewood FX. Компании, которая предлагает широкий спектр услуг, также достаточно соблазнительные условия с низкими спредами, предлагает, среди всего прочего, исламские аккаунты, плечо до 1000. Компания зарегистрирована на Сент-Винсент и Гренадины. На сайте вы можете посмотреть документ регистрационный этой организации. Для работы предлагается MetaTrader 4 для PC, MetaTrader 4 для Mac, iPhone, iPad инсталляционные инструкции, также MetaTrader 4 для Android и терминал для веб, который не нужно скачивать. В наличии также имеется MetaTrader 4 мультитерминал. Пополнить депозит можно при помощи банковских переводов, кредитных карт Visa, MasterCard, China Union Pay, NetTeller также доступен, Skrill, также тайские обменники, индонезийские обменники, Perfect Money, OKPay и FasaPay. Здесь везде указаны валюты депозитирования, по большей своей части это американский доллар, таблица описано время отображения суммы, также комиссии, с которыми, возможно, будет связано депозитирование. Что касается вывода средств депозита, то возможности у нас также здесь обильные. Это банковские переводы, Visa, MasterCard, Teller, Skrill, тайские обменники, индонезийские, Perfect Money, OKPay и FasaPay. Предлагается три типа аккаунтов: микростандартный и премиум. В случае микроаккаунта минимальный депозит всего лишь 10 американских долларов, минимальный трейдинговый размер 1 сотая лота, максимальное количество открытых позиций 200, плечо до 1000, спреды от 3 пипсов, комиссии отсутствуют. Стандартный счет также потребует 10 американских долларов минимального взноса, минимальный размер 1 сотая, плечо до 1000, спред 2 пипса. Комиссия отсутствует. Вот чтобы открыть премиум счет, придется осуществить депозитирование на сумму в 100 американских долларов, минимальный размер трейдингового 1 сотая лота, спреды от 1 пипса. Также добавлю, что есть возможность открытия демонстрационного аккаунта на сайте брокера. К вам на счет автоматически сядут 10 тысяч виртуальных денег, с которыми вы сможете работать и оттачивать свое мастерство. Здесь также есть образовательный раздел, раздел наиболее часто задаваемых вопросов. Связаться со службой поддержки можно при помощи лайв-чата, который находится на сайте компании. Вот он здесь. Также есть адреса электронной почты, есть онлайн-форма, которые есть возможность заполнить. Ресурс работает на английском, индонезийском и тайском языках.